гулять. Мой друг пришел. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался? И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. И смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число! Вот же несправедливость! Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки! Сколько можно? Ну и... Шум из спальни? Надо проверить. Нужно срочно вернуться в комнату. Надеюсь, я ничего не забыл. Так. Что-то здесь не так. Видимо, показал. Вроде принесло. Устроить дымовую завесу. Упс. Что это было? Стоп. Здесь кто-то был? Что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Ой, блин, сколько дыма! Yeah!
Ой, ужас. Прошел мимо окна.
Так, а? Надо пойти отлить. Забей ты уже! Что здесь случилось? Опять мне мерещится, что что-то не так. Добей ты уже! Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено!